Доброе утро, дорогие! Я вас приветствую. Привет из Краснодара. И прежде всего я хочу спросить, напишите, пожалуйста, как меня видно и слышно, чтобы я убедился, что вы меня видите и слышите. Сегодня очень интересная тема. Вы не найдете этой информации в книгах и на вебинарах. Поэтому я хочу вас поздравить, что вы попали в правильное место. Хорошо. Так, Елена пишет, видно и слышно отлично. Видно и слышно хорошо. Добрый день. Здорово. Дорогие, на моих мастер-классах и вебинарах есть такая традиция. Напишите, пожалуйста, потому что на время мастер-класса мы будем в одном поле. Мы будем как одно целое. Поэтому это будет хорошо, если вы напишите, из какого вы города, и сделаете пожелание другим участникам мастер-класса, которые будут вместе с вами присутствовать. Это будет хорошо, это будет приятно, это будет позитивно. И как раз мы обычно ждем 5 минут, там, кто опаздывает, да? Напишите, пожалуйста, откуда вы? Я хочу увидеть географию и пожелания. Вот у нас Астрахань, Ростов-на-Дону, Киев, да? Лена из Астрахани, Саша из Ростова, Саша Кривой Рог, Ксения Киев, Елена Киев, Ольга Алматы. Я в Киеве был дважды, в 2004 и 2005 году. Светлана Краснодар, вот землячка, да? Ирина Полтава, Алена Киев. Алена Киев. И Александра Киев. Вот. Значит, нам пожелание открытий, инсайтов, развития, максимум от семинара, раскрыть свои таланты, служить миру, здорово, новых знаний и вдохновения, отлично, отличное пожелание. Вот у нас из Иркутска Нина, отличное настроение и найти всем своего учителя, здорово. Счастья из Полтавы нам передают и прекрасного дня. Радости и наполненности, Елена из Киева. Класс. Юлия из Московской области, здоровья. Нуржанат из Киргизстана. Замечательного фестиваля. Таня из Ирпеня. Желаю всем радости, здоровья и получить все самое лучшее. Здорово. Отлично, дорогие. Мы через минуту начинаем. Кто не успел, тот подойдет. Дорогие, сегодня, если вы еще спите и не помните, куда вы попали, вы можете ущипнуть себя за правую ногу и прочитать, что вы попали на мастер-класс Михаила Агеева «Как раскрыть в себе ясновидение», где я поделюсь с вами тремя принципами, благодаря которым любой человек может активировать и раскрыть себе ясновидение. На этом мастер-классе я поделюсь с вами не теорией, а практикой, потому что я уже много лет занимаюсь в этой сфере. И поэтому, Кира пишет, обожаю Михаила, брата, благословение тебе. Кира драгоценная, благодарю. И давайте мы сделаем одно духовное упражнение вначале. Возьмите свои руки. Возьмите свои руки. И вот поставьте их либо на стол, либо на руки, вот в открытом состоянии. И теперь закройте свои глаза и всю свою любовь, всю свою нежность,
Все свое тепло переместите в эти руки. Переместите в эти руки. Все свое тепло, всю свою нежность, доброту переместите в руки. Я так понимаю, у нас мужчин нет, да, на мастер-классах, по-моему, только одни. Дочери Бога, да? Переместите, переместите. Любовь, нежность в руки. И теперь с великой заботой, вот просто погладьте себя по голове вот так и скажите, вот за что я себя люблю, так это за все. О, этому миру так повезло со мной, моим родственникам так повезло со мной, моему городу так повезло со мной, что я у них есть. Вообще даже фестивалю «Жизнь как чудо» повезло, что я его посетила. Даже Агееву повезло, что я пришла к нему на мастер-класс. О, просто ощутите это, почувствуйте. А, да, хорошо, дорогие. Итак, мастер-класс. Как раскрыть в себе ясновидение? Как раскрыть в себе ясновидение? Если кто меня не знает, меня зовут Михаил Агеев. Я являюсь одновременно и обычным светским психологом, и я являюсь духовным наставником, духовным целителем и основателем Международной школы духовного развития. Я имею откровение, я имею послание от высших сил, от Творца. И мое основное, то, чему я обучаю в своей школе, Творец мне открыл, что каждый человек является дитем Бога, и каждый человек имеет внутри себя сверхъестественные способности. Никаких особенных людей нет. Никаких особенных людей не существует. Есть люди, которые осознали свою божественную природу. И есть люди, которые не осознали свою божественную природу. Только в этом разница. Ваша проблема в том, что вы кого-то ставите на пьедестал, а себя втаптываете в грязь. В то время, как у нас есть космическая ДНК, мы сотворены по образу и подобию Бога. Каждый из вас – проявление Бога. Каждый из вас – сияние Бога. В каждом из вас живет божественная космическая ДНК. В каждом из вас заархивированы и сокрыты внутри способности исцелять руками, способности двигаться, функционировать, ясновидение, ясночувствование сознания, способности очищать от темных сил и структур. У каждого из вас есть эта способность общаться, видеть, слышать, ощущать, чувствовать своих ангелов-хранителей, физически видеть, чувствовать, ощущать. У каждого из вас есть эта способность общаться со своими духовными наставниками, быть целителями, получать ясновидение. И это есть внутри нас, это нужно лишь осознанно активировать. И как раз этим я занимаюсь в своей школе. И вы знаете, самый главный показатель эффективности школы и любого наставника, любого учителя – это успехи его учеников. И я вам скажу, что многие мои ученики умеют делать то же самое, что и я, и они в этом функционируют. Поэтому, дорогие, вы знаете, ну, на мастер-классах многие мастера, вы будете ходить, вас будут приглашать на какие-то свои тренинги, мастер-классы, школы, и это хорошо, это здорово. Я вас никуда не буду звать вообще, я вас никуда не буду агитировать, мне некуда вас звать, потому что у меня в школе такие результаты и такой ажиотаж школы. У нас школа должна была начаться 1 ноября. Мы 10 октября закрыли набор, потому что школа переполнена, желающих больше, чем я могу взять. Потому что те люди, которые были на моих живых семинарах, люди, которые видели живые семинары, когда у людей происходят исцеления, очень часто моментальные. Когда люди видят, что ясновидение четкое и ясное, и я не мог этой информации знать. Когда люди видят, переживают мощные трансформации, они сразу спешат в эту школу. И у нас,
Вы только можете попасть в эту школу, если запишетесь на будущий год. И то, если успеете. Потому что у нас в этом году порядка 60 человек не поместилось в школу. В этой школе учатся люди с разных стран. У меня учатся очень много, ну, из России прежде всего, с Украины, с Беларуси, Казахстана, очень много с Европы, со всех стран, с США, Канады, с Австралии даже есть, ну, все русскоязычные. Поэтому, дорогие, я как это сказать, вот моя помощница выложит сейчас ссылки, и я вам очень рекомендую подписаться на мой YouTube-канал. На мой YouTube-канал Михаил Агеев, и подписаться на мой Instagram и на мой Facebook, потому что в моем на YouTube-канале очень много информации о том, как научиться целительству, о том, как научиться взаимодействовать с ангелами, о том, как раскрыть ясновидение. Очень много информации. Причем эти вебинары раньше были платные, и я сейчас их выложил в доступ. И мои материалы, которые в открытом доступе, они часто... В них полезной информации больше, чем в некоторых платных тренингах. Поэтому, пожалуйста, так, а где Анара? Анара, выложи, пожалуйста, ссылки, куда ты исчезла. Пожалуйста, приглашаю вас подписаться на мастер-классы, вот, на YouTube. И также, дорогие, если вы интересуетесь духовным целительством, если вы интересуетесь ясновидением, если вы интересуетесь общением с ангелами, когда вы подпишетесь на Instagram, на Facebook, будете заходить на YouTube, вы увидите, потому что я не онлайн-целитель, я не диванный там... ясновидец. Я провожу живые семинары, на которых 100 человек, 80 человек, 150 человек. И я планирую, как сейчас эта эпидемия стихнет, я планирую в Германии проводить, я планирую в Киеве проводить. В Москве у меня будет в декабре, в Краснодаре в феврале. Поэтому, понимаете, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот. Хорошо. Напишите, пожалуйста, как меня видно и слышно, и мы начнем уже семинар. Я уже не буду. Вот, дорогие, вот Анара выложила ссылки. Обратите внимание, на YouTube ссылка не кликабельна. Если вы нажмете, почему-то вот Михаил Агеев, оно обрезает. Поэтому, чтобы попасть на канал, надо полностью скопировать, чтобы вот это Агеев поместилось. И тогда вы подпишетесь. Либо просто на YouTube забейте Михаил Агеев, и вы попадете. Я вам всем рекомендую изучить мой YouTube-канал. Там несколько разделов. Есть раздел медитации в записи. На крайней медитации, которая была 18 ноября, у трех женщин исчезли шишки мастопатия. У нескольких человек без счета ушли боли в спине. Вчера был мастер-класс, около 6 человек ушли боли. Кто вечером придет на мастер-класс по ангелам, я проведу исцеляющую медитацию. Многие люди исцеляются. Вы можете... То есть папка исцеляющей медитации. Многие люди исцеляются, потому что у меня очень сильный канал с Творцом и с ангелами. Люди находятся в медитации, никакого напряжения, никаких усилий. И просто они исцеляются, находясь в них. Поэтому изучите вот медитации. Потом есть вебинары в записи на разные темы. И есть отдельная папка «Духовное целительство». Там все о том, о чем... исцеление руками, об ангелах, о ясновидении. Еще есть хорошая папка, называется «Примеры из практики». Там снято видео, как у людей боль уходит, как у людей там плечо одно выше, другое ниже выравнивается, нога одна короче, другое выравнивается. Когда у человека
боль уходит, и свидетельства людей, и это все снято на камеру. И я, наоборот, вас приглашаю посетить живые семинары. Почему? Потому что я знаю, что эти чудеса происходят. Я знаю, что это реально. И я, знаете, есть люди, целители, которые боятся, чтобы их проверили. Да? Я, наоборот, вас прошу, придите, посмотрите. И потом вы поймете, почему так много желающих в мою школу. Даже не всем хватило места. Даже люди предлагают и деньги, и больше. Я говорю, нет, я только... Потому что я беру только столько людей, сколько я могу выучить. У меня на первом месте мое имя, и мне не нужно лишь бы людей набрать, и чтобы они деньги платили. Я только беру столько людей, сколько у меня помощников, потому что обучение очень интенсивное, чтобы у людей проявилось ясновидение, чтобы у людей проявилось целительство. Поэтому, дорогие, если все будет хорошо, вы можете попасть в будущем году, в ноябре, но надо заранее записаться, чтобы хватило места, потому что в этом году не всем хватило. Хорошо. Поэтому хочу с вами дружить. Подписывайтесь на Instagram, подписывайтесь на Facebook и обязательно на YouTube. Мы начинаем нашу тему. Хорошо. Значит, как раскрыть в себе ясновидение? Очень часто мне задают этот вопрос. А может ли обычный человек научиться ясновидению? Может ли обычный человек научиться ясновидению? Вы знаете, я всегда на это отвечаю. Обычных людей нет. Вы понимаете, что когда ты определяешь себя, когда ты идентифицируешь себя обычным, ты живешь в обычном мире, и там чудеса невозможны. Но когда ты определяешь себя, что ты вечный дух, что ты энергия, что ты вечное сознание, что ты проявление Бога, что ты сверхъестественный, что ты вечная душа, не имеющая начала и конца, да, то тогда ясновидение, целительство и чудеса, они к тебе доступны. Это первая мысль, которую я хотел с вами поделиться. И мы должны понимать, дорогие, что у вас есть генетика, которая от ваших родителей. У кого-то глазки мамины, у кого-то губки папины, да, естественно, то, что по роду нам передалось. А у нас еще есть космическая ДНК. Это природа Бога в нас. Жизнь Бога в нас. Мы имеем божественную природу, мы имеем божественную искру. И у каждого, я еще раз повторю это, потому что это нужно постоянно повторять, у каждого из нас, внутри нас, заложена способность исцелять. У каждого из нас внутри заложена способность ясновидеть, очищать. Это есть у нас. И это может распаковаться, дорогие. И как раз этому я обучаю, да, в своей школе. И многие мои ученики в этом функционируют. Но если мы будем говорить о том, что же такое, что это за феномен ясновидения, что это за феномен ясночувствования, что это за феномен яснослышания, дорогие. Это очень просто можно объяснить, что это такое. Точно так же, как в физическом мире у нас есть нос, уши и глаза, органы чувств, физические органы чувств, осязание, обоняние, слух, зрение, да, вкус. Точно так же у нашего высшего «я», у нашей большой нефизической природы, у нашего духа, у нашего «я есть», есть духовные органы чувств. Точно так же, как у тебя у физического есть органы чувств, у нашего духа есть духовные органы чувств. И вот ясновидение, ясночувствование и яснослышание – это не что иное, как духовные органы чувств нашего высшего «я». И вот когда я преподаю или говорю о ясновидении, то сразу мы сталкиваемся с большим мифом, дорогие. Есть такое предубеждение у людей, что ясновидение нужно только целителям, ясновидение нужно только экстрасенсам, каким-то чудотворцам. Ну и как бы обычный человек думает, ну ясновидение – это не про меня, это вообще не из моего мира. Дорогие, это заблуждение.
Дорогие, это миф, это иллюзия. Потому что способность к ясновидению, яснослышанию, ясночувствованию, она присуща, она есть у каждого человека. У тебя есть это. Скажи вслух вместе со мной. У меня есть способность к ясновидению. Скажи это вслух, провозгласи. У меня есть способность к яснослышанию. У меня есть способность к ясночувствованию. Потому что внутри меня живет божественная природа. Потому что я необыкновенная. Я дочь Бога. Я проявление Творца. Я канал света в своем городе. Вот почему это у тебя есть. Конечно, если ты считаешь, что ты Люся, домохозяйка, если ты считаешь, что ты Ирина, бухгалтер, у тебя этого нет и не будет. Ты в другом мире живешь. Но когда ты определяешь себя, идентифицируешь себя правильно, тогда это у тебя начинает проявляться. Ты начинаешь в это верить и начинаешь это осознавать. Поэтому есть такое предубеждение. Человек слышит ясновидение и думает, о, ну это, короче, каким-то целителем, каким-то экстрасенсом, я тут при чем? Дорогие, ясновидение, яснослышание, ясночувствование – это инструменты нашего духа. Это способности, компетенции нашего высшего Я. И нам Творец дал эти инструменты для того, чтобы мы жили более успешной жизнью. И глупо, если Творец тебе дал эти способности, глупо этим не пользоваться. Это как, например, если у тебя в банке есть счет, и деньги лежат, а ты прожил и так их не обналичил. Ну, они были, и все. Вот так же оно в тебе лежит, спит в тебе, а это нужно разбудить. Потому что ясновидение не только для целителей, экстрасенсов и чудотворцев. Ясновидение – это способность и инструмент, когда вы в обычной жизни, ну, в обычных, в кавычках, да, просто вот в своей жизни вы можете настраиваться на людей, вы можете настраиваться на ситуации. Активировав себе ясновидение, вы можете чувствовать состояние ваших детей или ваших родителей. Дети вам говорят, вот ко мне приходят дети из школы, что говорят, все хорошо, а я чувствую, ничего хорошего нет. Я говорю, иди сюда, давай поговорим. Начинаю с ним разговаривать и выясняется, ничего хорошего нет. Хотя он улыбается и говорит, все хорошо. Когда у тебя ясновидение, ты будешь чувствовать, что происходит в жизни твоих детей. Ты будешь чувствовать, что происходит в жизни твоих родителей. Ты будешь видеть больше слов. Ты будешь чувствовать за гранью того, что происходит в физическом мире. Ты будешь видеть, что происходит у твоих коллег, у твоих деловых партнеров. Ты просто почувствуешь, ты будешь видеть, когда там что-то замышляется против тебя, когда тебя там хотят обмануть. Ты будешь чувствовать, что происходит внутри твоих клиентов, твоих пациентов. Ты будешь чувствовать и видеть, что происходит с твоим мужем. Может, уже пора другого искать, потому что ты будешь все ясно видеть. Ты будешь ясно чувствовать, ты будешь ясно знать. И для тебя... ты не будешь наступать, меньше будешь наступать на грабли, ты меньше будешь ошибаться. Потому что, когда у человека есть ясновидение, когда у человека есть ясночувствование, яснознание, ты можешь видеть дальше и глубже человеческих слов. Потому что люди всего не говорят. Люди говорят немножко, но основное они всегда скрывают. Ты будешь видеть дальше молчания. Ты будешь использовать ясновидение в работе, в бизнесе, в семье, в своих отношениях. У тебя будет четкое понимание, что тебе нужно делать, а чего тебе не нужно делать. Начинать этот проект или не начинать. Связываться с этим человеком или не связываться. Это избавит тебя от многих проблем. Люди не смогут тебя обманывать больше, дорогая. Люди не смогут тебя дурачить. Это не только для целителя, это не только для экстрасенсов. Ты будешь видеть глубину, ты будешь видеть суть. Ты будешь ясно видеть и ясно чувствовать. Я вот вспоминаю, буквально месяц назад, расскажу вам. Ясновидение иногда переходит через сон. Спрашивают, у меня плохое зрение? Нет, у меня хорошее зрение. Я просто очень человек эмоциональный, и я много жестикулирую иногда и глазами, и всем. У меня отличное зрение, спасибо. Снится мне сон.
И я вижу, что один из организаторов, в общем, как произошло, я в одном городе провожу семинары. Я проводил, у меня был организатор. И потом этот организатор перестал там справляться. И я нашел другого организатора, ну, чтобы она организовала семинары, более ответственного. И снится мне сон. И я вижу того первого организатора, который говорит, прямо вот я вижу, какое ты имеешь право в моем городе проводить семинар, не сказав мне об этом. Я вижу ее в гневе, в ярости, вот такое вот. А я как раз назначил даты семинара. И мне снится этот сон. Я просыпаюсь, ага, я понимаю. И раз она мне пишет, Михаил, мне нужно с тобой поговорить. Я говорю, давай поговорим. Она мне звонит, говорит, ну ты знаешь, мне не очень приятно, что ты в обход меня там, ну, проводишь семинар. То я говорю, слушай, дорогая, я не буду имя говорить, то, возможно, она увидит это, да, или кто-то, кто знает ситуацию. Я говорю, слушай, дорогая, ты можешь слов не подбирать. И я говорю ей ее слова, которые мне показали. У нее дар речи пропал. То есть, ну, вы же знаете, что люди наедине, ну, там, кричат, посылают, говорят намного более жестко, чем при личной встрече. И мне показали ее слова, ее гнев ночью. А утром она мне звонит так, ну, типа, вежливо. Я говорю, да не надо вежливым быть. Я знаю, как ты ко мне относишься. Ты вот так, у тебя такие мысли, такие слова. И она даже не смогла это опровергнуть. Потому что это было правдой, дорогие. Наталья спрашивает, хочется себя сначала научиться слышать. Как этому научиться? Чтобы слушать себя, у меня есть потрясающие вебинары на моем YouTube-канале. Как быть счастливым? Что тебе мешает быть счастливым прямо сейчас? Первая, вторая часть. Потом... Как быть осознанным творцом своей жизни? Ну, в общем, зайдите, посмотрите. У нас просто тема немножко про ясновидение, а не как чувствовать себя. Ну, хотя это где-то пересекается. Поэтому, дорогие, мы должны вот этот момент понимать. Иногда бывает так, что ты приходишь на работу, и что-то происходит. Вот, допустим, конфликт на работе выглядит как конфликт. Но этот конфликт может иметь разные причины. Иногда причина конфликта – это просто банальная зависть. Иногда причина конфликта, что ты не можешь выстраивать личные границы. То есть иногда, скажем, причины конфликтов на работе – это чисто психологические причины. Зависть, нет личных границ. Иногда причина конфликтов – это может быть твой кармический партнер. И может быть до того, как ты воплотился здесь, ты с ним подписал договор, что он будет развивать в тебе терпение. И поэтому тебя долбает на работе, чтобы ты научился прощать и терпеть. Иногда такая бывает ситуация. Потому что у тебя договор, чтобы его душа помогла тебе раскрыть свои лучшие качества. А иногда может быть конфликт на работе, потому что человек живет в низких вибрациях, и он просто духовный вампир. И эти люди, они провоцируют конфликты. И когда человек эмоционирует, когда человек... Ну, раздражается, и ему неприятно, они как сливки снимают с него энергию. Чему я это говорю? Выглядит как конфликт на работе. Вот следите за мыслью. Выглядит просто конфликт на работе. А причины могут быть психологические, причины могут быть кармические, причины могут быть демонические. И как вы это поймете? Когда у вас есть ясновидение, вы поймете причину того, что происходит. Вам покажет ваше высшее Я. Ясновидение мы получаем обычно из двух источников. Либо нам наше высшее Я показывает это, либо нам показывают наши духовные наставники или ангелы-хранители. Ну, или Творец. То есть или высшие силы, или высшее Я. Но они, в принципе, говорят одно и то же. Потому что высшее Я – это аспект Бога в нас, да, одна из составляющих. Поэтому у них мнение одинаковое. Поэтому, дорогие, ясновидение, мы переходим теперь к более практическим моментам, да, ясновидение может быть три, ну, как бы варианта реализации. Во-первых, ясновидение может быть спонтанное. Что такое спонтанное ясновидение? Ты идешь в магазин, или ты стоишь в очереди, или что-то, и раз тебе приходит информация о человеке. У тебя не было запроса, ты просто смотришь на человека, и ты знаешь, например, что у него двое детей,
или ты знаешь, чувствуешь, что он чем-то болен, или чувствуешь, что у него что-то такое происходит. Ты просто был где-то в аэропорту, в общественном транспорте, в магазине, и тебе пришла информация. Это называется спонтанное ясновидение. Оно иногда происходит, и мы не можем его регулировать. Есть ясновидение по запросу, когда ты настраиваешься на ситуацию, на человека, на обстоятельства, и ты говоришь, там, мое высшее я, покажи мне, что происходит, да? Покажи мне, как мне поступить. Или ты спрашиваешь там у своих ангелов, да, покажите мне. Это по запросу. И также можно получать ясновидение заранее. Я сейчас расскажу вам несколько историй потрясающих. Можно получать ясновидение заранее. Что такое заранее? Ну вот смотрите, у меня обычно семинары проходят так. В субботу с 11.00 до 18.00 и в воскресенье 2 дня с 11.00 до 18.00. Я прилетаю в тот город, в котором я провожу семинар. Я делаю медитацию, беру тетрадку, беру ручку, и я спрашиваю у своего ангела, какие ситуации и какие люди придут ко мне на семинар. И я записываю, и что мне им передать. То есть я в пятницу вечером получаю ясновидение о тех людях, которые придут в субботу. Понимаете, заранее. Я настраиваюсь, и я считываю эту информацию. Для чего это делаю? Потому что, вы знаете, когда ты приезжаешь в новый город, в новую страну приходят люди. Это полезно тем, кто проводит семинары, занятия или думает проводить. Вы знаете, что когда приходишь куда-то на занятия, на тренинг, всегда сначала какой-то скепсис, всегда какое-то недоверие, всегда какие-то люди закрытые сидят. И вот представьте, я вот расскажу вам реальную историю. Вот я прихожу на семинар, меня там видят первый раз. Вот я вам расскажу, например, и я читаю ту информацию, и у людей начинают глаза на лоб лезть, потому что они понимают, что они со мной не общались. Они понимают, что я не был в их городе. Они понимают, что я не знаю их друзей. И я не мог знать этой ситуации. И тогда вот это недоверие преодолевается. Тогда аудитория раскрывается. И тогда, так как у меня основная сфера деятельности – духовное целительство и очищение, это происходит легко, потому что сердца людские открываются. Я вам приведу пример. Это было в феврале. Вот те истории, которые были, вот, допустим, в Германии в феврале 2020 года и в мае 2019. Ну, такие вот яркие, интересные. Вот представьте, я прилетаю в Германию первый раз. Сидит там группа, людей так не очень много. И я говорю, вы знаете, мне ангел мой показал, что здесь в аудитории есть женщина, которая прячет деньги в ткани и разговаривает с деньгами. Я увидел, что у вас деньги в ткань завернуты, и вы с ними разговариваете. Представляете, какой нужно уверенный канал ясновидения иметь, чтобы смело заявить на аудиторию это, когда люди сидят. Но кто в Германии будет в тряпочку заворачивать деньги и с ними разговаривать? Но так как я этим занимаюсь много лет, я это смело говорю. И одна такая поднимает руку и говорит, это я, об этом никто не знает. Она с сыном приехала, женщина. Даже мой сын Володя об этом не знает. Я действительно, у меня большой, огромный носок. Новый. Я туда ложу деньги, с ними разговариваю. Деньги, размножайтесь, денежки, я вас люблю. И мне это показали. Я это на аудиторию сказал, и она подтвердила. Но это, понимаете, не фокус просто изумить всех. Там вот показывают эту ситуацию, и потом идет ченнелинг, определенная информация для этой женщины, что вам надо сделать то-то, то-то, чтобы ваши деньги умножились. Да? Но вы понимаете, когда я это озвучил, уже аудитория вся замерла. Когда я это озвучил, уже вся аудитория начала слушать, что дальше будет. Стало всем интересно. Потом был еще парень тоже там. Я говорю, я его поднимаю, говорю, встань, пожалуйста. Он стоит и говорю, мне ангелы показали, что ты придешь на семинар, и ты мечтаешь о таком автомобиле. И я описал ему автомобиль, о котором он мечтает. Цвет и марку автомобиля. Представляете? А он просто с мамой приехал. Он скептиком пришел. И вот представьте, скептик, который не верит, думает, да что тут собрались? И я говорю, ты мечтаешь о такой машине, о такой марке, такого цвета, с таким салоном. Я думал, у него глаза на пол упадут. И он такой раз, и он поверил, и он сидел, и он ловил в каждое мое слово после семинара, когда это произошло. Я люблю вот получать заранее, потому что когда приходишь и прочитал так список 10 ситуаций, все, аудитория тебя слушает,
аудитория тебе доверяет. Я очень часто вижу перед семинарами, мне показывают проблемы людей, болезни. То есть я часто прихожу, там говорю, у кого-то там, допустим, женщина есть, там, у вас болит бедро, вы там 5 лет назад упали с лестницы, она встает, это я. Или говорю, у вас там то-то, то-то произошло. Была примерно год назад интересная тоже ситуация. Я говорю, здесь в аудитории, тоже заранее получил, вечером. Я говорю, здесь в аудитории есть женщина, которая бьет своего ребенка. И мне показали, прям как она замахивается, и она его бьет. И потом говорю, вы его бьете, на вас такое находит, как накрывает. Вы бьете ребенка, вот так замахиваетесь, я даже показал как. А потом вы плачете и себя корите, зачем я его убью. И я говорю, что мне показали, что это определенная сущность вызывает. Эта женщина встала, начала рыдать, ну, молодая женщина, лет 35, это я. И я открыл поток, сделал такую молитву, из нее эта сущность с криком и рвотой вышла. И это было на глазах у людей. Вот вы представляете, семинар еще не начался. И я говорю, есть такая женщина, вы вот так замахиваетесь, такое происходит. Она говорит, это я. А я говорю, выходи, открываю поток, и из нее с криком и рвотой вышла эта сущность. Представляете, как аудитория потом уже меня слушала? Представляете, понимаете, как чудесам исцелению потом легко происходить? Потому что у каждого человека здесь есть как на 7-й чакре, как клапан. Если человек доверие есть к мастеру, к наставнику, да, к целителю, этот поток в него хорошо заходит. Если доверия этого нет, то оно может мимо пройти. Поэтому я люблю вот на семинарах. И если вы посетите мои семинары живые, вы увидите, как я говорю, это ясновидение. И, возможно, я о вас что-то скажу. Вот, я это часто практикую. Вот. И была еще такая интересная, ну, пару историй расскажу, чтобы вас вдохновить. Вы понимаете, я не хвалюсь, я не хвастаюсь. Я почему эти истории рассказываю? Потому что Творец мне сказал передать вам, что вы тоже так можете. Вы знаете, все мое учение и моя школа основана на том, спрашивают, когда ближайший семинар в Краснодаре. Светлана, подпишитесь на соцсети мои. Планирую, если все будет хорошо, в конце января. Послушайте. Давайте вопросы в конце, а то я сбиваюсь, да. Что я хотел сказать. А, вот еще и пару историй, да. Вот представьте такую ситуацию. Была история. Это в Сочи было. Я... Пришли люди ко мне на консультацию. И привели с собой молодого человека. Ну, примерно как я, да. То есть люди взрослые, где-то по 60 лет, да, там. Привели... Как тетя с дядей привели племянника. Примерно так, как я, тоже лет 40 ему. И он, а он какой-то бывший там выпивал, наркоманил, а потом вроде бы сейчас, ну, не делает это, но все равно какой-то запутался, работать не хочет, ну, как бы вот такой, непонятно, куда там, чего. И вот слушайте, что произошло. И он сидит, и я ему рассказываю, слушай, тебе надо изменить жизнь, тебе надо вот медитации, чтобы у тебя были молитвы, тебе надо подружиться с ангелами, тебе нужно жить в высоких вибрациях, жить экологично, соблюдать кармический менеджмент, да, никого не обманывать. Ну, рассказываю ему основы духовной жизни. И я смотрю, а он не слушает меня. Я смотрю, он так сидит, знаете, как будто ему что-то пообещали, вот, типа, сходи к Агееву, посиди и так вот. И он как бы, ну, видно, просто его как или уговорили, или что-то, а он сидит и не принимает это. И не принимает это. Вот. И я смотрел это, и я запрос, говорю, ангел ясновидения, покажи мне ситуацию. Вот. И знаете, что произошло? И он сидит так, не слушает, и я такой раз останавливаюсь, и я ему говорю, слушай меня сюда. У меня голос меняется, когда я вхожу в этот канал, я говорю, слушай меня сюда. Он такой, что такое? Я говорю, сейчас подошел Николай к тебе, и вот так показал. Ты дурак, слушай его. Он говорит то, что нужно тебе. Я ему это передаю. Вы знаете, он весь побледнел. Вы знаете, он весь... Я думал, он упадет в обморок. А знаете почему? Оказывается, вот этот Николай, который пришел, это отец, который умер много лет назад.
И он всегда делал вот этот жест. Я не мог этого никогда знать. Я обратился к Творцу, у меня было искреннее намерение помочь этому молодому человеку. Я говорю: Творец, скажи мне что-то, чтобы его сердце раскрылось. Я вижу, что он меня не слушает. Я вижу, что он меня не слышит. И мне явился этот Николай и показал вот так. Я ему сказал, а это был его отец, который умер года 3 назад. И только отец так делал. И он сразу понял, в чем дело. И сразу его отношение к той информации, которую я ему преподношу, изменилось. Вот. Поэтому, дорогие, также еще была история, когда я только начинал заниматься, практиковаться в ясновидении. Была такая история. Я однажды, меня пригласили в один город, и там был небольшой семинар, там буквально 15 человек. И я там был первый раз, и там сидели одни женщины, как не семинар больше, как общение какое-то. И я сижу, и я когда ехал, мне дали информацию по дороге, пока я на машине ехал, я говорю: слушайте, а я никого там не знал. То есть сидит там где-то 12-13 женщин, да? 12-13 женщин сидят, вот. И... И я говорю, мне показали, что здесь есть женщина, у которой два сына. И у вас такая ситуация. Старший сын построил карьеру, разбогател, начал гордиться и перестал с вами общаться с младшим сыном, считая себя важным, крутым. И вы из-за этого на него обиделись. И вы постоянно его осуждаете. И, возможно, вас зовут Татьяна. Я так сказал. И такая тишина мертвая. И одна говорит: это я. Она молчала минут 5. Выяснилось, что эта женщина впервые была на такой эзотерической тусовке. То есть у нее подруга ходила на такие медитации, занятия. Но... И она просто взяла свою подругу. Она вообще не в теме. Она на рынке, там, я не знаю, алычой торгует. То есть, грубо говоря. То есть вообще не в теме. И вот представьте, она пришла первый раз, и ей говорят ее ситуацию, про ее сыновей, про то, что происходит. И не просто эту ситуацию высветили, ведь ясновидение – это не только высветить ее, там дальше говорится, что ей нужно сделать. И ей передали определенную молитву, ей сказали: тебе не нужно осуждать сына, тебе нужно за него молитву читать определенную, чтобы его сердце смягчилось, открылось, и у вас все наладится. Я ей передал это послание, и у нее потом все стало хорошо. Поэтому, дорогие, очень часто, знаете, вот когда ясновидение, это облегчает нашу жизнь. Я вот на своих семинарах человека за руку беру, когда идет у нас целительство, да, и мне очень часто показывают болезни человека, мне показывают его предательство, его боль, показывают, когда его изнасиловали и как изнасиловали, картинки вот эти все. И когда я это озвучиваю, люди начинают это слушать. Кстати, если вы приедете на мой живой семинар, вы это сами увидите. И на Ютубе есть папка «Случай из практики». Там есть ролик «Чудеса в Хакасии». Есть ролик еще на Ютубе, как действует... в соцсетях у меня, как действует исцеляющий поток на Фейсбуке. Там как раз ситуация, когда сущность выходит, и мне показали, по какой причине человек подтвердил. То есть, есть такие ролики, где это снято. И вы можете вживую, если посетите это, увидите. Вот. И поэтому... Тут, видите, цель вот этого ясновидения не просто людей удивить, цель ясновидения не просто их изумить, а цель, чтобы помочь. Чтобы помочь, у Творца, у Вселенной есть определенная информация для человека, чтобы его жизнь изменилась, чтобы его жизнь трансформировалась, чтобы она улучшилась. Но люди не примут эту информацию, поэтому Творец иногда показывает те факты, обнаруживает, которые человек понимает, что Михаил не мог этого знать. И тогда он начинает с доверием принимать эту информацию. Я помню, на одном из последних семинаров я в одном городе был, и я говорю: ага, мне показали, здесь есть женщина, у вас две кошки, и вы встаете каждый день в 6 утра и уже 10 лет готовите одну и ту же кашу овсянку. Представляете? Две кошки, вы встаете в 6 утра и 10 лет. Я говорю: тебе не надоело еще? Слушай, это уже ангелы не говорили, это уже от себя. Представляете, человек 10 лет варит овсянку. Каждый день в 6 утра. Она говорит: это я. И потом ей было послание, что ей нужно сделать по ее ситуации, по ее семье.
Но это всегда очень интересно. Это всегда очень здорово. Вот, поэтому, дорогие, поэтому вот так. Напишите, пожалуйста, насколько вам интересна эта информация. Я почему рассказываю истории из жизни? Для того, чтобы зажечь ваши сердца, для того, чтобы вас вдохновить. И когда вы слушаете истории, я их рассказываю с той целью, чтобы вы могли понимать, что у вас может быть то же самое. Вы можете то же самое переживать, и вы можете точно так же видеть, слышать и ощущать. И скоро мы перейдем к ключам уже, как именно активировать. Так, Надежда пишет, интересно. На этот фестиваль я не делал такой запрос, потому что у меня тема, как раскрыть в себе ясновидение. Я уже вышел из того возраста, чтобы доказывать кому-то что-то. Я уже состоялся. У меня международная школа. Если я скажу вам, сколько у меня человек в школе, я, чтобы вас сильно не удивлять, я не буду говорить. У меня только 60 человек в школу не поместилось желающих. Многие люди видели это и слышали своими глазами. У меня не было запроса говорить ясновидение, потому что, когда я вас не вижу, мне нравится делать это в живой аудитории, чтобы люди сказали, встали, да, это так. Поэтому, если вам интересно, вы приедете на семинар, и кто переживете. Простым ясновидением нельзя же делать изгнание сущности? Конечно, нельзя. Ясновидение лишь высветит это. Просто я обучаю и целительству руками, и ясновидению, и очищению от сущности. Я обучаю этому всему. Просто сегодня тема ясновидения. Но, например, если просто у человека темное что-то, изгонять. Один вариант. А второй вариант – через ясновидение высветить причину и изгонять. То когда через ясновидение высветить причину, изгонять гораздо легче. Потому что всегда, когда причина обнаружена, когда она определена, это легче уходит, когда она осознана, понимаете, да? Чем просто вот очищать, изгонять. Поэтому это часто идет, видите, я говорил вам, да, допустим, за какие-то болезни мне показывают, это часто идет сразу, мне это показали, и сразу идет лечение. То есть это идет в совокупности, все вместе. Вот. Тут кто-то пишет, вы пока ничего не сказали. Ну, если бы вы внимательно меня слушали, я только что сам об этом сказал, что я рассказываю, чтобы активировать вашу жажду, а то, что я заявил, я об этом обязательно скажу. Хорошо. Ключи, конечно, я расскажу, не переживайте. Я ответственный человек, и я с уважением и любовью и признательностью отношусь к вам. Конечно, для меня это не очень большая аудитория, 77 человек. На мои медитации приходит по 1600 человек со всего мира. Но, тем не менее, я не отношусь к людям по признаку, насколько их много или мало, насколько они богаты или бедные, я иду путем служения. И моя цель в этом мире, чтобы помогать людям раскрыть себе целительство, моя цель, моя миссия – раскрыть в себе, помочь вам раскрыть в себе ясновидение, помочь вам раскрыть в себе целительство, очищение, все остальное. И если вы хотите знать, для меня вообще это выступление, вообще оно для меня, как это сказать, благотворительное. Потому что, если вы не знали, мастера еще оплачивают, чтобы вам выступить здесь, да, во-первых. Во-вторых, я ничего вам не буду продавать, потому что здесь вот, ну, многие мастера мастер-класс проводят и куда-то агитируют, да, ну, предлагают, приглашают, продают свои курсы. А мне нечего вам продать. Потому что у меня школа переполнена, у меня много учеников, у меня много всего. Я просто, понимаете, с открытым сердцем и с любовью большой я отношусь к фестивалю «Жизнь как чудо». Я очень уважаю Марину и Алексея.
И я только сейчас вам отдаю, я ничего не приобрету. Единственное, что вы что можете получить, себе благо сделать, это подписаться на мой YouTube-канал, на мои соцсети, подружиться с этим каналом, с этими энергиями. И, может быть, если будет место, если вы запишетесь на сайте, на будущий год попадете в школу. Но это все так призрачно. Поэтому, когда вы задаете, вы там не ответили, еще что-то. Если вас что-то не устраивает, то полно мастер-классов, и идите на другой мастер-класс. Я для меня это, понимаете, я для вас служу. Я из этого мастер-класса ничего не поимею, кроме как расскажу вам, что вы это можете. То есть я здесь для вас, а не для себя. И это следует понимать и относиться уважительно к тому, кто ведет мастер-класс, а не задавать вопросы, что вы ничего не осветили. Я помню тему, и все то, что было заявлено, будет освещено. А если у вас не хватает терпения и уважения относиться к мастерам-наставникам, то вам надо изучить кармический менеджмент. Как вы относитесь к духовным наставникам, так к вам будут относиться люди, только умноженные на 2. И когда вы куда-то придете, что-то начнете говорить, вас будут перебивать и неуважительно к вам относиться, если вы не попросите прощения у Вселенной. Вот. Ну, я вас люблю. Я просто как духовный наставник сразу даю вам коррекцию, чтобы вы, ваша жизнь стала лучше. Хорошо, дорогие. Поэтому, если вы хотите научиться ясновидению, очищению темных структур, целительству руками, я приглашаю вас в школу. На моем сайте есть запись на будущий год, потому что в этом году уже все, не могу никого взять. И также приглашаю на живые семинары, следите. Германия, планирую Украина, будущий год, в России постоянно. В Москве планирую летом живую школу по целительству и ясновидению. Не онлайн, а живая будет, поэтому следите за новостями. Хорошо, давайте идем дальше. Значит, смотрите. Вот что я расскажу, перед тем, как я ключи вам расскажу. Это то, что было этим летом. И перейдем к ключам. Представьте себе, я выступал на одном фестивале. Ну, так как пандемия, эти фестивали все сократили, он был на открытом воздухе, чтобы их можно было провести под Самарой, протока. И, людей было не очень много, они разделили по группам. Было порядка 200 человек, хотя обычно там 5000 человек. Было порядка 200 человек, и были, как на каждом фестивале, как и здесь онлайн, есть вот линейки, то есть, понимаете, что такое линейки, объявляется там, здесь будет такой мастер-класс, здесь будет такой мастер-класс, и люди все разошлись. А я только провел свой мастер-класс, и мы просто на полянке, там приехали мои ученики, я им делал посвящение, и мы сели на полянке. Мы сели на полянке, сидим. И я люблю вот это упражняться в ясновидении и учеников. И я беру какого-то ученика, говорю, становись в круг, он становится, и я начинаю считывать это, делаю запрос ангелу ясновидения, он мне показывает. Я говорю, у тебя то-то, то-то, ты об этом волнуешься, ты об этом переживаешь, вот это происходит. И потом мне показывают, что в его жизни происходит, вначале я его сканирую, а потом я спрашиваю Творца, и ему идет ченнелинг. Что ему нужно изменить, на что ему обратить внимание, как ченнелинг или как пророчество, да, понимаете, да, когда информация, тебе нужно на это обратить внимание, тебе надо это сделать. И мы сидим на полянке, никого не трогаем. У меня мастер-класс закончился. Идут другие мастер-классы у людей. И там, у одного на мастер-классе 10 человек, у кого-то 15, и мы просто сидим, но такая энергия от нас идет. Столько вокруг нас ангелов, люди подходят, а что у вас здесь? Я говорю, мы просто вот так вот. И вокруг нас собралось 30 человек. Мы там сидели в десятером. 30 человек. То есть, получается, мы просто общались с учениками, и я сканировал учеников и передавал им ченнелинг и пророчество. Люди сбежались, и у нас не было формально мастер-класса, но людей было больше, чем на мастер-классе. И люди, которые подошли, говорили, а меня можно? И мы ставим его в центр круга. Но что интересно, я хотел рассказать, не об этом.
основное. И я вот ставлю человека в центр круга, говорю, у тебя то-то, то-то. И потом раз, я затихаю, говорю ученику, теперь ты. И получается, вот несколько человек, человека вот считывают и говорят о нем. То есть вот, вот эта передача произошла ученикам. То есть вы поняли, да? То есть, например, мы сидим учениками, и человек заходит в центр круга, я говорю, то-то, 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 потом говорю, там Володя был, Володя, теперь ты, что ты чувствуешь, видишь? Володя говорит. Потом говорю там, Аня, что ты чувствуешь, видишь? Говорит, и столько людей сбежалось. Столько людей говорят, кто вы такие, откуда вы? Как это вы так просто в этом двигаетесь? Я говорю, ну у нас такая школа сверхъестественного. Поэтому, дорогие, я вас вдохновляю подружиться. Хорошо, переходим к ключам. Три ключа, как активировать в себе ясновидение. Вам интересно это? Напишите. Я как раз чуть-чуть голос у меня отдохнет. Дорогие, первый ключ для того, чтобы активировать в себе ясновидение. Первый ключ – это войти в расширенное состояние сознания и почаще там бывать. Мы можем быть в узком состоянии сознания и в расширенном. Когда мы боимся, когда мы беспокоимся, когда мы видим только то, что в физическом мире, мы находимся в узком состоянии сознания. Когда мы медитируем регулярно и долго, когда мы общаемся с Творцом и с ангелами, когда мы поем духовные песни или мантры, восхваляющие Создателя, когда мы делаем духовные практики, мы входим в расширенное состояние сознания. Когда наше сознание расширяется, в этот момент наше сердце раскрывается, наши высшие аспекты активируются, высшее «Я». И во время правильных духовных практик, если вы делаете правильные медитации, правильные молитвы, правильно общаетесь с ангелом, поете песни хвалы, поете мантры Творцу и Вселенной, у вас усиливается канал связи с Творцом, у вас усиливается канал связи с Высшим Я и с вашими духовными наставниками. И как сказал один из моих, ну, один из мудрых людей, да, который в этой сфере является экспертом, да, профессионалом, он говорит, ты не можешь делать что-то в духе, не проводя время в духе. Чтобы течь в духе, нужно проводить время в духе. Что это значит? Это значит, что чтобы оперировать в целительстве, чтобы оперировать в ясновидении, тебе нужно проводить время на тонком плане, в духе. То есть, другими словами, вот медитации, молитвы, мантропения, да, духовные практики, общение с Творцом, с ангелами, созерцание. Это вводит тебя в расширенное состояние, и у тебя сердце открывается, высшее «Я» активируется, связь с Творцом усиливается, и тебе легко ясновидению проявиться. Понимаете, да? А если ты, например, беспокоишься, боишься, смотришь постоянно сериалы, обсуждаешь правительство, ты постоянно в суженном состоянии сознания, у тебя никогда не будет ясновидения. Потому что ты не услышишь. Ты услышишь из расширенного сердца, из расширенного состояния. А такое состояние наступает только после духовных практик. Поэтому, если вы хотите активировать ясновидение, вам необходимо подружиться с духовными практиками. Если кто-то не знает, какие духовные практики, я вам рекомендую, у меня на YouTube-канале есть папка «Медитации в записи». У меня очень, так как я являюсь духовным целителем много лет, очень сильный канал с Творцом. У меня такие медитации, которые соединяются с Творцом и Высшим Я. И очень сильно расширяют сознание. Поэтому вы можете использовать мои медитации.
просто включайте медитацию в записи. Там есть медитация очищения тонких тел, медитация завершения кармических отношений, медитация исцеления разные. И проходите, и у вас сердце будет раскрываться, высшее я будет раскрываться. Либо другие медитации, других мастеров, от которых... Вот вы же знаете, медитации все разные. Медитация, медитация рознь. Нужны такие медитации, которые тебя выносят в дух, благодаря которым твое высшее я поднимается в высшие сферы, высший эфирный шаблон к Творцу, там, где вознесенные учителя, там, где архангелы. Вот нужны такие медитации. Такие медитации, как просто молчать, они здесь не сработают. Поэтому первый ключ, дорогие, первый ключ – практиковать, проводить время в духе, течь в духе, чтобы оперировать в духе и чтобы делать потом что-то в духе. Вспоминается такая история. То есть получается, когда мы медитируем, когда мы поем, когда мы молимся, мы сонастраиваемся с потоком Творца, мы сонастраиваемся с сердцем, и мы лучше слышим их, потому что именно Высшее Я и Творец, и ангелы нам говорят. А когда мы проводим время в духовных практиках, мы с ними сонастраиваемся. Есть такая потрясающая история, это реальная история про сонастройку. Однажды один бизнесмен, это реальная история, шел по Нью-Йорку с одним индейцем. Индеец, у него друг был, и он идет, индеец идет с бизнесменом. И вдруг этот индеец, бывает так, человек медитирует, ничего не происходит, бывает, если медитация неправильная. Вы понимаете, медитация, здесь идет конфликт терминологии. Вы поймите, все медитации разные. Есть медитация випассаны на дыхание, есть медитация на свечу, есть медитация на чакры. Слово медитация – это ни о чем. Это как роллы. В одном городе роллы, суши купишь, кушаешь и пальчики облизываешь, а в другом попробуешь и хочется выплюнуть. Так же и медитация. Слово медитация ни о чем не говорит. Я вот в своих медитациях уверен. Потому что люди, зайдите, почитайте, у меня последняя медитация, там 10 тысяч просмотров, и там 400 комментариев. Половина из 400 комментариев, где-то 200, люди пишут: я исцелился, боль ушла, я плакал, я почувствовал ангелов. То есть у меня такие медитации, почему я вам говорю, подпишитесь на мой YouTube Михаил Агеев, после которых половина людей чувствует физически или как-то тепло, электричество, прикосновение. То есть я в своих медитациях уверен. Есть и другие мастера, у которых хорошие медитации. А есть такие медитации, ну, это медитация была. Я ни о ком плохо не говорю. Ну, вот. Еще от семян человека зависит. Конечно, конечно, абсолютно. Александра, благодарю тебя за то, что помогаешь мне вести мастер-класс. Буду тебя приглашать на все мастер-классы. Так вот, идет бизнесмен и индеец. Идет бизнесмен и индеец по Нью-Йорку. И индеец говорит: слышишь, сверчок, слышишь, кузнечик? Бизнесмен говорит: ты что, вообще что ли? Представьте, центр Нью-Йорка, машины ходят, люди идут, шум, гам, ну, центр города. Он говорит: да нет, кузнечик, сверчок. Он говорит: да нет, не может быть. Индеец к палисаднику подходит, открывает, ну, там, листочек, и там сидит какой-то кузнечик крупный. Он такой говорит: блин, а как ты его услышал? Он говорит: ну, как тебе объяснить? Говорит: у тебя есть мелочь, деньги мелкие? Он говорит: есть, дай мне. Он ему дает мелочь, и он дает такой, ну, по асфальту, по брусчатке, раз, эту мелочь кинул. И он кинул мелочь, и люди начали останавливаться, слушать и собирать эти монетки. И тогда индейец говорит: понимаешь, кто на что настроен, тот то и слышит. Кто на что настроен, тот то и слышит. То есть индеец, он сонастроен с природой. И он слышит каждого сверчка в городе. В Нью-Йорке ходят настроены на деньги. Они сверчков не слышат. Только деньги где-то зазвенели, они оборачиваются. Понимаете? То же самое, когда ты будешь общаться с ангелами, медитировать, будешь молиться, будешь петь песни духовные, да, то ты сонастроишься с Творцом, с ангелами, с Высшим Я, и ты начнешь их слышать. Вот в чем дело. Вот.
Спасибо, Наталья. Спасибо. Хорошо, это был первый ключ. Первый ключ. Второй ключ. Второй ключ. Я называю этот ключ эмоциональное путешествие. Эмоциональное путешествие. Что такое эмоциональное путешествие? Это наше позволение, когда мы позволяем себе в наших мечтах, в наших желаниях, в наших внутренних созерцаниях увидеть себя, что в вас уже это есть. Это второй ключ. Второй ключ я даю вам такой. Если вы хотите ясновидение в себе активировать, вам необходимо представлять, ощущать, верить, что у вас это будет. Что эмоциональное путешествие, чувственно, эмоционально прожить. Вот как вы себя будете чувствовать, когда вы встретите человека и скажете, у тебя то-то, то-то, и когда это у тебя проявится, как ты себя будешь чувствовать? Как ты себя будешь чувствовать, когда ты почувствуешь, какая проблема у человека? Какая у тебя радость будет? Какое вдохновение? Именно поэтому, дорогие, я вам рассказывал столько примеров из своей жизни. Почему? Вот некоторые люди, неосведомленные и которые в духовных вещах ничего не понимают, они пишут, ты что-то не рассказываешь дальше, ты что-то не рассказываешь дальше, а где же ключи? Эти истории, которые рассказывал в своей жизни, я вам рассказал как примеры, что такое возможно у вас. А второй ключ, чтобы активировать ясновидение, видите, оно одно за другое цепляется. Второй ключ, чтобы активировать ясновидение, заключается в том, что вам необходимо своей верой, своими эмоциями и внутренним позволением представить и эмоционально ощутить, что у вас это уже есть. Когда у меня активировалось ясновидение, я примерно 3 месяца до этого представлял. Я смотрел других мастеров, которые в этом очень эффективны. И даже я смотрел, я вам скажу, знаете что? Тогда еще были видеокассеты, я же давно уже целитель. Были вот это битвы экстрасенсов, да? Или вот на Украине есть программа «Экстрасенсы-детективы», да? Послушайте. Я не фанат этих программ, я уже их не смотрю. «Битва экстрасенсов», «Экстрасенсы-детективы». Я вам сейчас объясню. И я знаю, что там много там шарлатанства, много неправильного, и там много темных мастеров. Но я вам расскажу, для чего я это смотрел. Я уже тогда был в союзе с Творцом и с Ангелом. И я знал, что там были эти экстрасенсы-детективы, многие с темными там сотрудничают и все. Но я смотрел с той целью, послушайте, потому что они там детально говорили, вот у этого, такой человек, такой пол, такой возраст, вот так вот он одет, вот такой номер дома, вот дом такого цвета. И я это смотрел, говорю, как, если это темные люди, непонятно какие, могут в ясновидении, а я сын Бога, у меня его нет, да это же несправедливость вопиющая. Я говорю, творец, ангел, это неправильно. И я смотрел эти программы, знаете почему? Чтобы потом... Ага, мысленно представлять, вот я смотрел, как он там что-то говорит, там такой-то человек, у него такая-то машина, такой номер дома, такая-то болезнь, что-то произошло. Я не с той целью смотрел, что я ими восхищался. Я не с той целью смотрел, что я одабриваю эти битвы. Но я смотрел о том, что это реальность, это происходит в жизни этого человека. Это другое дело, какой это человек. Потому что ясновидение можно и от темных получать. Ясновидение можно, это канал, его можно получать и от светлых, и от темных. Есть колдуны, ведьмы, которые очень четко у них ясновидение. А есть, можно получать от Бога. Но я смотрел это, и для меня это как, о, это должно быть у меня такое, вот с этой целью. Я внутренне как бы позволял себе. Что такое позволение, дорогие? Да, вот если я допускаю, вижу себя в это, да, допустить. Вот, к примеру, есть люди, которые мечтают о машине.
И один всю жизнь мечтает, мечтает, и так ее он не купил. А другой мечтает о машине, и он идет в автосалон, и он берет тест-драйв, и он садится в эту машину, он щупает ее, он нюхает ее запах, он берет, там это бесплатно, на ней прокатился. И у него машина появляется. Почему? Потому что он внутренне себе это позволил. Он это увидел, он ее пощупал, он ее потрогал. Вот так же люди тоже. Многие хотят ясновидения, они не знают, как оно придет. И они даже в мыслях боятся предположить, что это произойдет. Они даже боятся себе представить. Они себе это не позволяют. Понимаете? Вопросы в конце встречи, дорогие. Я сейчас буду отвлекаться, и ваш вопрос затеряется в ленте. Я об этом сказал. У нас будет... Я сегодня дам вам возможность задать вопросы. Поэтому сейчас вопросы не задавайте, потому что он потеряется, и я буду отвлекаться. Я пока не доложу все, что обещал, я не буду. Поэтому, дорогие, вот это вот позволение. Для того, чтобы что-то появилось в твоей жизни, тебе необходимо иметь осязаемый образ желаемого. Скажи вместе со мной. Осязаемый образ желаемого. До того, как ясновидение появилось у меня, я 3 месяца мечтал, представлял, осязал. Я вспоминал, как я это видел на семинарах других людей, когда они говорили, здесь такой человек с такой болезнью, у тебя то-то произошло. И я мысленно представлял себя на их месте. Вот почему я делился своими историями. Чтобы вы могли это представить и на себя это одеть, что это так и у вас может быть. Понимаете теперь, для чего складывается картинка? Для вашего блага. Это раздвигает границы позволения. Чувство обладания ясновидением до его проявления. Скажи вместе со мной. Чувство обладания ясновидением до его проявления. Проживание. Как я буду себя чувствовать? Когда я скажу точную информацию о человеке, как я себя буду чувствовать, сколько у меня радости будет, когда я получу точную информацию. Радоваться до того, как это проявилось. Понимаете? И третий ключ. Если вы хотите быстро и эффективно активировать ясновидение, вам нужно иметь живой пример. Невозможно научиться целительству по книгам. Это мое убеждение. Невозможно научиться целительству по вебинарам. Мои ученики эффективно могут... Вот у меня есть такой дар, когда плечо выше другого, ниже. Рука длиннее, короче, нога длиннее, короче, тазовые кости, бедро выше, ниже. Можете на YouTube посмотреть случай с практики, заснято. Кто приедет на живую, вживую увидит. Люди, когда видят, когда кости двигаются без физического воздействия, некоторые плакать начинают, у некоторых истерика, потому что они видят, как материя двигается без физики. И понимаете, вот какая ситуация? В это невозможно поверить, пока ты это не увидишь. И невозможно так исцелять, невозможно этому научиться, пока ты не увидел это вживую. И можно сколько угодно там читать книги, целительства, но вы понимаете, лучше попасть на живой семинар к настоящему целителю, лучше попасть на живую сессию, на живой семинар к настоящему ясновидящему, к практику, а не теоретику, и увидеть, как он это делает, это заменит тебе много книг. Заменить тебе много вебинаров. Потому что когда ты стоишь в аудитории и видишь, что кость двигается, или человек говорит, боль ушла, это настолько раздвигает твое сознание, это настолько раздвигает твои веру, ожидания, и вот эти шаблоны, что это невозможно, падают, потому что мы можем все, мы сотворцы, мы соработники Творца, мы каналы света, но наши шаблоны, наши ограничения, наше неверие блокируют этот поток. И когда ты видишь наставника, который в ясновидении смело двигается, говорит, у тебя там то, я вижу, я очень часто там, у меня это с экзорцизмом очень связано, потому что я целитель-экзорцист, я выхожу на семинар, говорю, здесь есть женщина, у которой она ложится спать, и перед тем, как заснуть, у вас в дверях появляется силуэт,
серого цвета, с красными глазами. Кто вы? Она встает, я. Я говорю, иди сюда. Руку к ней прикладываю, она начинает рыгать. И эта сущность выходит. То есть оно идет вместе с целительством. Но вы понимаете, ты по книгам этому не научишься. Но когда ты попадешь на живой семинар и увидишь, или когда я прочитаю там, ну, говорю, там, есть там такой-то человек, такая-то ситуация, такая, ты думаешь, вау, человек говорит, да, это я. И ты это видишь, и оно в поле активируется, потому что ты это видишь, живой пример. Поэтому третий, скажем, ключ, тут пишут люди, для того, чтобы активировать ясновидение, нужен живой учитель. Да, нужен пример. Нужен пример для подражания. Вы понимаете, вы можете по книгам учиться целительству 20 лет, и вы даже кошку свою не исцелите. Но если вы найдете наставника, у которого... Понимаете, наставник может дать только то, что у него есть. И когда вы нашли целителя настоящего практика или ясновидящего настоящего практика, это не обязательно могу быть я даю вам ключи. Я вас не агитирую, у меня и без вас столько учеников, что не поместилось 70 человек в этом году. Я просто вам рассказываю принципы, потому что мне Творец сказал, что расскажи это. Настало время, чтобы поднялась армия света. Настало время, чтобы были работники света. Я хочу, чтобы это у моих детей активировалось. Я хочу, чтобы больше людей лечили руками. Я хочу, чтобы больше людей научились очищать от сущности. Я хочу, чтобы больше людей начали двигаться в чудесах. Чтобы люди через эти инструменты могли людей к свету приводить. Приводить людей к осознанности. Приводить людей... Ну, чтобы люди жили экологично, да, правильно жили. Вы понимаете, что одно чудо громче 10 лекций. Я могу много часов говорить о кармическом менеджменте, я могу говорить о том, что есть карма, я могу много часов говорить, ну, о том, что быть хорошим, добрым – это хорошо, все. И люди слушают, кто-то нет. Но когда ты раз человек исцелился, раз сущность издал, раз сказал, что у него в жизни происходит, он тогда, знаете, как тебя будет слушать? И ты тогда больше можешь свет распространить в мире. Ты тогда становишься более влиятельным среди людей, понимаете? У тебя больше духовного авторитета. И поэтому моя задача, мое служение, почему у меня школа международного развития духовного, моя задача пробудить это в людях, разбудить это в людях, растормошить вас, что вы это можете. Нету никаких особенных людей. Есть дети, мы все дети Бога, одни это осознали, а другие не осознали, понимаете? Поэтому, дорогие, третий ключ. Почему мои ученики легко, у них получается исцелять больных? Почему у них легко получается очищать от сущности? Почему они получают легко ясновидение, ченнелинги, пророчества? Да потому что они видят постоянно, что я это делаю. И когда, если бы вы это видели, это бы стало для вас нормой. И в это легко верить, и это легко передается. Но когда ты никогда в жизни не видел, трудно поверить. Как поверить, что нога на 7 сантиметров выдвинется? Как поверить, что плечо поднимется? Что боль моментально уйдет? Как ты поверишь, если ты никогда этого не видел? Тебе твои шаблоны, твое эго, твой жизненный опыт скажет, да это ерунда, да это чушь. Я прекрасно понимаю тех людей, которые в это не верят. Потому что если бы я сам не увидел это однажды, я бы не поверил. Но я это увидел, я это поверил, я этому научился, а теперь учу других. Поэтому если вы хотите научиться ясновидению, найдите себе того человека, который имеет опыт в этом, который имеет в этом экспертность. Хорошо. Друзья, теперь я расскажу вам, это еще не все. Я хочу вам рассказать, какими путями приходит ясновидение. Вам это интересно? Какими путями приходит ясновидение? И вы даже послушав эту лекцию, у некоторых из вас проявится ясновидение немножко. У кого-то немножко. Интересно вам рассказать, как приходит ясновидение? Вы знаете, что об этом никто не говорит? Вы даже не представляете, как вам повезло, я вам сейчас скажу, как приходит ясновидение. А когда вы знаете, как оно приходит, вы направите туда энергию внимания, и оно у вас может активироваться. А ясновидящие многие, которые получают ясновидение, они говорят, я получил ясновидение, но они не говорят, как они это получают. Они не говорят о том, что происходит внутри них, когда они... Вы заметили?
экстрасенс, ясновидящий, говорит, я вижу, я знаю, но они не говорят, как это происходит. Вы знаете, что об этом в книгах нету, в вебинарах. Это очень ценная информация. Они не говорят. Но благодаря тому, что вы пришли на мастер-класс этот, и благодаря фестивалю «Жизнь как чудо», я вам с вами поделюсь. Первый способ, как приходит ясновидение, оно приходит через, я называю это, внутреннее свидетельство. Этих способов больше, их 10, но я с вами разберу 6. Если вы хотите более полноценно, приходите на следующий год в школу. Я вам 6 основных расскажу способов. Первый способ – это внутреннее свидетельство. Это, знаете, такое ощущение, я знаю, потому что я знаю. Это не голос, это не мысль, это внутреннее знание. У вас было такое, что вы видите человека, и у вас знание просто, вы знаете. Я недавно в аэропорту сижу, и я знаю, что это женщина-бухгалтер. Я не видел видения, я не слышал голоса, я просто знаю, что она бухгалтер. Я говорю, вы бухгалтер? Она говорит, да. И я знаю, что у вас были такие ситуации. Это называется внутреннее свидетельство. Как будто вам на полочку кто-то положил файл. Это первый способ, как приходит ясновидение. Второй способ – впечатление. Впечатление. Очень часто, когда мы живем, когда мы общаемся, к нам приходят впечатления, и мы с них отмахиваемся. Но очень часто ясновидение приходит через впечатление. Очень часто ясновидение приходит как что-то зыбкое, как что-то тонкое. Ты общаешься с человеком, и у тебя такое чувство, у тебя такое ощущение, такое впечатление. И вот здесь, если ты хочешь двигаться в ясновидении, надо быть смелым и не бояться говорить, не бояться сказать, слушай, я вот, у меня такое ощущение, что у тебя почки болят, или у меня такое ощущение, что у тебя проблемы с деньгами. И ты удивишься, как люди скажут, да, это так. И ты возрадуешься, потому что увидишь, что ты это ясно почувствовал. Поэтому второй канал – это впечатление. Будьте внимательны к впечатлениям, которые к вам приходят. Будьте внимательны к впечатлениям. Я помню, как у меня это началось. Я просил у Творца ясновидения. И я помню, обедал в одном кафе, и мне приходит впечатление, что у женщины напротив больные почки. Я слышу, сперва впечатление пришло, что у нее больные почки. Я потом слышу голос ангела, он говорит, помолись о ней, и у нее пройдет это. Я говорю, как? Смотри, я сижу, мне тогда было 30 лет. 10 лет назад, а женщине лет 50, я в чужом городе, ее не знаю, как я к ней подойду. Я слышу голос ангела, ну ты же просил ясновидение, вот мы тебе дали. Но если ты не будешь с ним ничего делать, мы тебе давать перестанем. Поэтому иногда ясновидение, обучение очень экстремально. Но я набрался смелости, подошел к ней, говорю, вы не подумайте ничего, но такое ощущение, она говорит, да, у меня больные почки. И я почитал молитву, она говорит, почувствовал облегчение. Поэтому иногда это как... Но это не было прям четко, прям ясно. Это было, как пришло такое впечатление, такое чувство, такое ощущение, что почки больные. Третье. Ясновидение приходит через видение. Могут приходить такие картинки. Но это не прям какой-то 3D-фильм, да, видение, а как кадры, как вот раньше, где фильмы были. Ты раз увидел, как промелькнула картинка, ощущение такое. Отпечаток, слайд. Я очень часто вижу, когда сессии провожу, я человека за руку беру, мне показывают, кто его изнасиловал, прям вижу этого человека. Или вижу, когда бывают по ночам приходит кто-то душит, или демоны, сущности, мне их показывают. Я потом человеку говорю, к тебе приходит вот такой красавец синего цвета, стоит в дверях. Или к тебе приходит такой-то, такой-то. Они говорят, да. То есть, но это не приходит прям как кино, это приходит как слайд, как картинка. Такое, быстрое. Вот. Ольга пишет, я такие слайды тоже вижу. Ну, значит, у вас это есть. Просто нужно это в себе растормошить и активировать больше, используя те ключи, которые я сказал выше. Четвертое. Это приходит через поток мыслей. Этот поток мыслей отличается от ваших мыслей. То есть, когда я через ясновидение, через мысли, это такое, знаете, эти мысли громче ваших, но тише физического голоса. Эти мысли громче ваших,
То есть они отличаются. Это не как ваши мысли, они громче ваших мыслей. Почти как будто кто-то вслушал, сказал, ну тише. Вот приходит поток мыслей. Вот. Пятый способ – это через ощущения в теле. Например, часто общаясь с людьми, я начинаю чувствовать, что у меня начинает что-то болеть. А я знаю, что у меня этот орган не болит. Это таким образом через ясновидение тебе показывает, что у человека это болит. То есть, ну, например, я там пришел на семинар, человека за руку взял, у меня начало правое колено болеть. А я знаю, что оно у меня не болит. И я говорю, у вас болит правое колено? Он говорит, да. Или, например, с человеком общаюсь и чувствую, мне воздуха не хватает. Я говорю, у вас какое-то удушье, вам воздуха не хватает? Она говорит, да. То есть на несколько секунд вам дают почувствовать ту боль и недомогание, которое есть у человека. Это таким методом тоже приходит, вернее, таким каналом приходит ясновидение через ощущения в теле. Поэтому если вы работаете с людьми, то вам очень полезно будет перед встречами, перед консультациями, да, проверяйте свое тело. То есть вы заходите в аудиторию с ними или там, где вы встречаетесь, да, проверьте, так, у меня все нормально. И потом, когда вы с ним общаетесь, если вдруг вы почувствуете, что-то колет, что-то болит, возможно, это через ясновидение вам показывает его проблему. И вы удивитесь, если вы озвучите, увидите, что это так и есть. Вот Александра пишет, что у нее такое бывает. Через мурашки у Ольги. Мурашки пупырчатые Ольги. Ольга, а у вас есть мурашки от хорошего капучино или латте? И если вкусный, чизкейк свежий. Напишите нам, пожалуйста. Так, дальше. Шестое. Бывает такое, что когда ты входишь в контакт с человеком или общаешься, Ольга пишет, нет, только тепло от капучино. Хорошо, спасибо. Это я, чтобы вы не уснули. Дорогие, еще один канал, как приходит ясновидение, это переживание эмоций человека. Тебе на несколько секунд дают почувствовать, что чувствует человек. Очень часто на семинарах и на индивидуальных консультациях это со мной происходит. Я пришел на семинар, у нас идет семинар, и там есть практики, когда я направляю поток. Я человека за руку беру, и я чувствую, у меня ощущение, мне жить не хочется. Вы представляете, Агеев – это самый жизнерадостный человек, это духовный наставник, это адепт позитивного мышления, знаете, то есть и я беру за руку, и у меня мысли, мне жить не хочется. Ну, такие вот, как не мысли, а ощущения. И я понимаю, что это не мое. Я говорю, слушайте, у вас что, мысли суицида? Она говорит, да. А бывает, человека берешь мужчину за руку, и порнография пошла. Прям вот эти порнографии. Я говорю, слушай, у тебя что, зависимость от порнографии? Он говорит, да. Ощущения. То есть я за руку его взял, и у меня похоть какая-то, какие-то низкие, вот это все. Я говорю, у тебя что, вот это вот? Он говорит, да. Потом бывает так на семинаре, пришел человек на консультацию, с ним разговариваешь, и я чувствую, у меня какая-то депрессия, у меня ее вообще не бывает никогда. Я говорю, у вас что, депрессия? Да. То есть иногда канал ясновидения тебе на несколько секунд дают ощутить состояние человека, что он переживает. И поэтому вы отслеживаете это, когда вы общаетесь с человеком, чувствуете, что происходит в ваших эмоциях. Да. Ирина пишет, у меня такое было от друга мужа, порнография пошла. Да, вы просто считали, вам показали через ясновидение. Да. Кира пишет, у меня такое раньше было, чувствовала боль других. Лилия говорит, я вас слушаю и плачу. Что это значит? Если вы меня слушаете и плачете, это значит, ваше высшее я говорит вам, вы в правильное время, в правильном месте. И через этого человека вам много пользы будет через меня. Поэтому подружитесь с моим YouTube-каналом, там много вебинаров, много учений, много медитаций, которые благословят вас, которые изменят вашу жизнь и которые дадут вам ориентиры, куда вам двигаться, и чтобы ваша жизнь стала счастливее, успешнее, изобильнее, богаче, и чтобы активировалось все самое лучшее. Вот. Вот люди пишут, да, здесь Александра, что у нее тоже так же было, что несколько человек плачут, да. Но это просто вам показывает, что
через меня к вам идет. Плач – это всегда идет, это исцеление души. То есть если душа, когда, допустим, неуверенность, непринятие себя, отверженность, горечь, одиночество, незнание своего призвания или знание невозможности его реализовать. И когда со слезами идет очищение и исцеление этой сферы, это всегда со слезами связано. Светлана пишет, я лежу пластом. Хорошо, дорогие. И последнее, это седьмой канал, как приходит ясновидение, это через сны. То есть вы можете через сон получить ясновидение. Дорогие, наша встреча будет подходить к концу. Я хочу сделать молитву активации ясновидения. Если у вас есть вопросы, я даю вам 5 минут их задать. И мы будем... Я попрошу Творца как понять, вот хороший вопрос, как понять, это обычный сон или ясновидение? Но смотрите, сон, который через ясновидение, он приходит конкретно под ситуацию. Например, как я вам рассказывал, была ситуация с организаторов семинаров моих, да, и мне показали. То есть, если через ясновидение, например, к примеру, вы думаете, ехать в этот город или не ехать, или с этим человеком встречаться, не встречаться, или этот проект начинать или не начинать. И когда через ясновидение, ну, через сон приходит, то есть тебе во сне приходит конкретная информация, и после этой информации спокойно, легко становится, ты понимаешь, ага, точно не надо. То есть во сне приходит ответ на твой запрос. Либо тебе, ты думаешь, это человек хороший или нехороший, мне с ним проект начинать, не начинать, мне его на консультацию брать или не брать, мне с ним связываться, не связываться. И ты во сне получаешь информацию о нем, и после этой информации приходит ясность. И ты понимаешь, что это не просто сон, потому что это был ответ на твой запрос. Так, дальше. В Москве бываете? Конечно, бываю. У меня семинар 5-6 декабря в Москве. Мы остановили запись, потому что там желающих было 150 человек, но из-за того, что вирус, я 100 человек. 100 человек будет в Москве, значит, в первой неделе в декабря. Вот, буквально через 2 недели. Я регулярно бываю в Москве. Так, что-то быстро у вас прыгают вопросы. У меня с детства идут сны. Посоветуйте познавательные фильмы. Если вам интересна тема целительства, ясновидения, ангелов, я вам советую изучить мой YouTube-канал. Многие вебинары были платные, сейчас они в открытом доступе. Но я никогда не говорю воды, там концентрат. Там информации больше, чем на платных тренингах. Поэтому подписывайтесь на YouTube Михаил Агеев, подписывайтесь на соцсети, ваша жизнь изменится, я вам даю гарантию. Нина пишет. 5 лет не могу забеременеть, что мне делать? У меня были в практике случаи, когда люди по 8-9 лет. Исцеляющие медитации, особенно последние 3, за ноябрь, октябрь и сентябрь, исцеляющие медитации на моем YouTube-канале. И перед тем, как их смотреть, сразу не смотрите, посмотрите отзывы людей, чтобы у вас сердце открылось и вера проявилась. Там такие исцеления, мастопатия, там люди даже УЗИ, медицинское подтверждение, что у них рассосались, исчезли. Поэтому так, вопросы тут вверху у нас, да? Пункт 3 озвучьте. Так я же сказал, пункт 3 это найти себе наставника, который в этом функционирует. А я это сказал, 3 ключ. Да. Так, пока не пишите, а тут убегают ваши вопросы. Так. Я записался в вашу школу на следующий год, когда придет ответ. Дорогие,
мы следите за новостями, мы в сентябре начнем записывать. То есть поставьте себе, что в сентябре на соцсети подпишитесь, в сентябре можно записаться, и тогда вы точно попадете. Если вы там октябрь, ноябрь, уже мест не будет. Или где-то с августа даже. Просто подпишитесь на Facebook или Instagram, и как увидите информацию, сразу записывайтесь. Так, сейчас еще. Пока не пишите, а то вы пишете, оно у меня скачет, я не могу это. А, вот я тут я другой режим включил. Так. Нужно ли перед уединением руками себе ставить защиту? Очень большой вопрос. Как отличить поток информации от высшего я и дурилки, когда тебе вливают информацию в канал? Благодарю. Это хороший вопрос. Когда мы... Знаете, есть такой текст в священных писаниях. Бог с искренними поступает искренно, с чистыми чисто, а с лукавыми по лукавству их. В современном переводе, если ты, как это переводится, если ты живешь сердцем, если же ты живешь искренно, если у тебя мотивация этими дарами помогать людям, то Бог позаботится о том, чтобы ты не был обманут. А если у тебя мотивы неправильные, если ты живешь на низких вибрациях, конечно, ты будешь видеть дурилки. То есть здесь экологичная, чистая жизнь и практики, и тогда ты не ошибешься. А, друзья, забыл сказать. Боже мой. Дорогие, у меня сегодня будет еще семинар в 16:00 по Киеву. Как активировать общение с ангелами, как подружиться с ангелами. И я все буду рассказывать про ангелов. Просто сейчас тут задали вопрос про ангелов, я не буду отвечать. Кому интересно, приходите. Кому интересно, приходите. Да. Так, тут благодарности пишут. Спасибо, очень приятно. Так, ну, в общем, хорошо. Основные вопросы ответил. Тут еще какой-то пятый. А, не ключ, а способ активировать. Третий. Видение, слайды, отпечатки, картинки. Третий ключ. Дорогие, я сейчас буду читать молитву, чтобы у вас это раскрылось. Поэтому откройте руки, закройте обязательно глаза, расслабьтесь, чтобы руки были открыты. Либо на стол положите, либо на колени, либо если лежите рядом, откройтесь. Откройте свои сердца. И у меня к вам просьба, дорогие. Вы знаете, что, в общем-то, чтобы был... чтобы соблюсти кармический менеджмент, чтобы соблюсти законы энергообмена, у меня к вам просьба. Если эта информация была для вас ценной, познавательной, трансформационной, у меня к вам просьба, когда будут после фестиваля, есть чат в Телеграме, есть Фейсбук, есть где будут посты, где будут оставлять отзывы. Если вам эта информация оказалась полезной. Для того, чтобы экологично и был энергообмен, у меня к вам просьба оставить отзыв. Это не для восхваления меня. Это для того, чтобы люди видели, что это семинар. То есть как отзыв написать? Обязательно поблагодарите Марину Хмеловскую, Алексея Просекина. Это удивительные святые люди, которые организовали этот фестиваль, которых я безмерно уважаю, люблю. Я их знаю лично. Мы в Германии, я был на живом. Проводил на семинарах в живом формате в октябре 2019 года. Поэтому хочу поблагодарить Марину, Алексея за этот фестиваль. Да. И если вам было интересно мой мастер-класс и там, Михаил Агеев, и за что, что вам было полезно, что вам, обязательно напишите. И всегда, когда вы смотрите других мастеров на YouTube или где-то, если это в открытом доступе, если вам это было полезно, это способ энергообмена, оставить обратную связь, поблагодарить, благословить. Это очень ценно, это очень важно. Так поступают духовные люди. А люди, которые прочитали, даже нет времени и нет желания поблагодарить, написать отзыв, это знаете, что происходит? Это отношение потребительское. И Творец и ангелы таким людям ничего не дают никогда. Эти люди скачут, бегают, там чуть посмотрят, там чуть посмотрят. Они никогда не идут в глубину.
Потому что есть такой секрет, послушайте. В священных писаниях говорится, принимающий пророка во имя пророка получает награду пророка. Что это значит? В современном переводе это значит так. Мера твоего уважения мастеру определяет то, сколько ты от него сможешь взять. То есть, если ты уважаешь меня, благословляешь меня, то все способности, дары, которые есть у меня, между нами возникает невидимая связь, и оно переходит на тебя. Любишь, благословляешь Алексея и Марину, что у них есть, да, переходит на тебя. А если так вот, ну, посмотрел, классно, классно, и пошел, то ты остаешься прежним. Поэтому всегда относитесь к мастерам с уважением, с почтением, благословляйте их, молитесь о них. И пишите, пожалуйста, всегда благодарность, если это было полезно. Хорошо, дорогие, я готов. Великий Творец, любящий Источник, Вечный Создатель, я благодарю Тебя за этих драгоценных дочерей, которых Ты собрал на этом месте. Ты собрал нас в этом едином пространстве развития и эволюции. Я благодарю Тебя за их сердца. Я благодарю Тебя за их жизни. Я благодарю Тебя за их открытость и желание активировать себе божественные способности. Я благодарю Тебя за то, что сегодня Ты вновь и вновь через меня напоминаешь людям, что способность к ясновидению, яснослышанию, ясночувствованию, она дарована всем людям. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня напоминаешь нам, что мы имеем Твою природу, мы имеем Твое ДНК, мы имеем Твою жизнь внутри себя. И каждый из нас может быть каналом света, каналом любви, каналом исцеления, каналом чудес в своем городе и в своем поколении. Я благодарю Тебя, великий Создатель. Я благодарю Тебя, любящий Источник. Я люблю Тебя, вечный Творец, за все эти драгоценные сердца, которых Ты собрал здесь. И сегодня я благословляю их. И я призываю ангелов ясновидения. Я призываю ангелов чудес и ангелов исцеления, чтобы они явились в их жизнь. И чтобы они помогли активировать и раскрыть эти способности, о которых мы сегодня говорили. Я верю, великий Творец, что Ты способен пробудить, активировать, реализовать, манифестировать эти способности. И я молюсь за каждого из них, за каждую из них я благословляю, чтобы эти способности к ясновидению, к целительству, к духовному очищению могущественным образом могли проявиться. Чтобы каждая драгоценная дочь, которая сегодня присутствовала, и те, которые будут смотреть записи, чтобы они могли служить этому миру, чтобы они могли распространять свет, чтобы они были работниками света, чтобы они были армией света, чтобы они внесли свой вклад в распространение света на нашей Земле, на нашей планете. Благодарю Тебя за них. Благословляю сейчас. Я благословляю их семьи. Я благословляю их финансы. Я благословляю их здоровье. И я молюсь, любящий Творец, чтобы Ты поставил свою божественную защиту, огненную стену защиты над ними, над их семьями, над их домами. Чтобы Твой золотой купол божественной защиты сохранил и защитил их от болезней, от злых и беспорядочных людей, от темных энергий. Чтобы они находились под Твоим покровительством, под Твоей защитой и юрисдикцией. Благодарю Тебя за их сердца. Благодарю Тебя за их открытость. И благодарю Тебя за то, что они провели это время вместе со мной. Да будет так. Аминь. Дорогие, наша встреча подошла к концу. Я благодарю вас за то, что вы были вместе. Для меня это была честь и привилегия служить вам. Хочу с вами дружить, подписывайтесь в Инстаграм, Фейсбук, особенно Ютуб. Поселитесь на моем Ютубе, вы даже не представляете, как жизни людей поменялись. Потому что у меня вебинары и медитации, я не слова говорю, а я передаю состояние и передаю вибрации. Люди исцеляются, люди плачут, люди смотрят медитации, почитайте, рыгают в ведро, происходит мощное очищение, там трясутся. Просто вы на таких медитациях еще не были. И я рад этому времени вместе. И
Будет здорово, если у нас получится увидеться вживую. Это здорово, когда ты не просто слушаешь, да, про ясновидение, когда ты его увидишь, когда ты увидишь исцеление, чудеса, и твоя картина мира изменится. Дорогие, очень рад, благодарю вас. Будет мне приятно почитать отзывы ваши в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, чтобы, если вам это было полезно, мне это будет приятно узнать. Хорошо. Ну все. Кто придет вечером, поговорим еще об ангелах. Я расскажу, как подружиться с ангелами, как активировать их помощь, их содействие. Я отключаю видео, но еще почитаю, что вы пишете тут.